Света, поднажми, поднажми. Давай, 180, 140. Жжать некуда. Все, газу до отказа. Ну что? Как сыграли? Ну мы-то нормально, 4-0, да. А мы нету. Ну что, лэг-то зацепили? Да. Мы чуть второй не зацепили. Ну красавчики, огонь. Да. Не, соперник отличный. А вы в курсе, что они вторые сейны? То есть да это ладно. Вторые по крутости сегодня. Практически. Да! 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 Вторые по крутости. А девочки такие у вас вообще просто звери. Звери? Звери, ё-моё. Будем расти, что делать? Не, ну вот для того и ездим на соревнования, чтобы обмениваться опытом, себя показать и других посмотреть. И благодаря этому можно сопоставить, конечно, расти или не расти. Вот ребята сейчас сыграли, поняли, что надо еще чуть-чуть прибавить, да? Чуть-чуть. И уже можно. В прошлом году вам проиграли с, да, Кощеевым 3-1. Да, и наверное. Здесь, так что нормально, мы растем. Красавчики, молодцы. В следующий раз еще приедете? Вот, видите, Томск ездит в Тюмень. Не то, что вы сидите дома. И Кемерово приедет еще. Мы за год еще подготовим студентиков. Вот, и взрослых. У вас там секция есть еще, да? Секция есть? Нет, мы клубом, сейчас у нас федерация, мы начали тренировать, к нам приходят студенты. То есть мы начали маленько наращивать мощь студентов. И, как говорится, сейчас подтянем их под уровень 60, и они уже, по крайней мере, есть лица, которые хотят ехать. Заинтересованы в этом, заинтересованы, да? Амбиции просыпаются, не, да? Они смотрят фотографии, как мы ездим, смотрят видео, и поэтому они говорят, я хочу. Но мы пока их оставили, потому что уровень здесь все-таки мы уже в прошлом году ездили, знаем. То есть сюда ехать пока рановато. Для них конкретно, да? Ну, по крайней мере, из тех, кто заинтересовался, их 4 человека, и они тренируются только 2 месяца. За 2 месяца пока слабовато для Тюмени. Слушайте, а так вы у себя в регионе, куда в ближайшие города выезжаете из Томска посоревноваться? Новосибирск. Новосибирск, Кемерово. Красноярск. Осинники, где... Основные города, где вы гоняете, да? Поблизости. Прошлый чемпион Суздалев там в Осинниках, поэтому... Да? В основном Кемерово-Омск. Да? Ну, а я Новосибирск. Он все понятно, молодцы. Народ, да давайте, не стесняйтесь. Константин, расскажи, как ты, что у тебя, во-первых, за дротики и как ты выбрал их? Это твои первые или нет? Нет, это мои вторые. Дротики, как называются, не знаю, потому что у меня даже коробочка не сохранилась. Выбирал я их по какому принципу? То есть у меня у начальника были, они называются ассасины. И они с ребрышками и тоненькие, то есть такие карандашики, 22 грамма. Ими играл, но понял, что они очень легкие, мне надо руку сильно напрягать, чтобы докидывать. Но по хвату нравилось, потому что были еще для обычных сотрудников потолще бомбочки, но неудобно их брать, 180 неинтересно их положить. И я измерил штангенциркелем длину и ширину, на дартскорнере посмотрел. Посмотрел более подходящую цену, как выглядят дротики, и все, заказал, они пришли. Вот уже 2 года, душа в душу. Это баррели родные, все хвостовики, оперения? Баррели все вот как есть, а хвостовики я экспериментировал, пока была пандемия, и выбрал, что супергрипповские мне очень подходят, и хвостовики, большие оперения, они для начального уровня, а чуть-чуть поменьше уже, они более точненькие. То есть ты теперь перешел вот на такие, да? Чисто по опыту, по-твоему, и по длине тоже подобрал, то есть 48, это когда ты начинаешь только, плавненький, а у меня он более резкий бросок, и мне нужно покороче. Ну, то есть ты к этому пришел путем экспериментов, да? Не то, что я кто-то тебе советовал. Я экспериментировал, убил много дротиков, то есть хвостовиков и оперений. Потому что у меня получается 8 комплектов за месяц я убивал. Очень много Робин-Гудов. Сейчас Робин-Гудов меньше, потому что начал маленько опираться на точность, раскладку дротиков в секторе. Пока начали тренироваться, свой опыт передаем. Слушай, если ты не знаешь, что у тебя за модель дротика, если они вдруг игла сломается или сам баррель, что будешь делать, как покупать? У тебя запасных нету? Запасных нету. Если игла сломается, ну, у нас есть машинка, мы перепрессуем. Это родные иглы?
Это все родное. С иглами не экспериментируешь? Я даже не. Я их поточил впервые буквально полтора месяца назад. Но играю уже настолько, что я уже вторую мишень убил. Что за мишень, кстати? Первая моя мишень была AACD. AADC. Но она маленькая, плоховатенькая, и она подсдулась буквально через 8-9 месяцев. Но она сейчас в ремонте, мы ее восстановим в клуб. А мне Кольцов Борис привез с Англии. Боря, уважуха. Привез с Англии, когда он был на турнире, Blade 5, и она до сих пор просто отличнейшая мишень. Все, спасибо тебе. Меня объявляют, друзья. Давай, спасибо. Удачи вам. Спасибо.